это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Сука, мобила звонит, мама звонит, походу. Love. Да, пап, мам, я, не, я в школу hey, уроки son. Сделал. Мамулька, я чуть-чуть погуляю и приду. Я недолго, мам, до 12. Ладно, до 10, все, мам, целую. Извини, пожалуйста, что он потревожил меня. Да, мам, люблю тебя. Да, мама, да. Тихо. Шествие, чрезвычайное происшествие, чрезвычайное самое происшествие, чрезвычайное происшествие, чрезвычайное происшествие, чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное происшествие, чрезвычайное происшествие, чрезвычайное происшествие. Сейчас я пойду писать всем. А мне можно кусок один? Хуй тебе. Мне кусочек еще возьми. Кусочек еще. Пойди на. Вот этого хватит. Have a nice cheesy day. Человек ест, чтобы потом посрать. Give up the money. That's a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Stay. Насрал. Родной, беги, беги, ебать, сейчас ебать. Все, пизда. Ой, гнида. Ты клоун, блядь. Сейчас по новой, что ли, нужно это проходить? Насрать! Ну все, сука, повышение. Значит, во-первых, сука, смотри сюда внимательно, ты, Лэг Бивень. Так, что это сейчас чучело сделал? Поджег машину, технику, да? Так, влияние на транспорт, чучело. Поджечь мотор. Ему машины закрыты, ебаный в рот! Слышишь ты, блядь? В смысле? Вы че, блядь? Открывай технику! Открывай, сука! Привет, что, ребят, тоже... Бля, машина закрыла мне! В общем, надо... Бля, было, машина закрыла мне! Ему 21 год исполнилось, он любит аниме и самураев. Твоя мама любила вазелин, а я, сука, использовал лубрикант. И что теперь делать? Твоя мама? Ага. Нихуя себе панорама. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ля чучело, сука. Ля лекиный. Ладно, Снорк, не нервничай. На этой миссии жестить не будем. Давай дальше. Урод. Сука. Спидиндра. Русланчик активирует замедление времени за 200 рублей. Насрам. Ля, сука, дебил, депутат ебаный, та ты шо, сука? Заткнись. Ой, извините, я пернул ртом.
Эту миссию мы проходим. Давай следующую. Нина активирует повысить розыск за 200 рублей. Блять. Я сейчас убийца. Да, блять, взлетаю уже сюда. Давай. Я наконец-то понял суть Грандбаба. Ты все знал и хотел донести до нас, что все это до добра не доведет, и что в итоге отправили на бутырку дым. Просвети нас еще своими пророчествами, Ванга. Машина забурилась в дерево. Мы доедем, родной, держись. Как вы относитесь к творчеству Юрия Хованского? Он на стриме сказал, что не против фитонов. Хованского, да я не знаю. Раньше смотрел, там прикольно было. Сейчас я не знаю, чем он занимается. Раньше рэп его слышал. А сейчас я не знаю. Я последний раз помню, что он GTA играл. По поводу Хованского я не знаю. Если он действительно хочет пообщаться в этом плане. Раньше смотрел Волокаса. Было прикольно. А сейчас я не знаю, в кто видео играет. А сейчас я, блядь, узнаю, сейчас я, блядь, подойду к тебе, Руслан, и ты все узнаешь и почувствуешь, блядь. Понял? Ты хочешь почувствовать? Ты знаешь, что я нахуй делаю с такими, а, бык? Вот так вот, сука, подхожу, говорю, слышишь, ты дура. Он такой, что это такое? Я больше не буду. Я ты да? Ага. Да, сука, дебил. Эти стоят тут как памятник. Чё стоим-то, родные? Пора уже. Тихо, Пенч. Ай, моя жопа! Денис активирует закрыть транспорт рядом за 200 рублей. Ой, ёбак. А ты совсем охуел? Почему ты 30 сентября собрался отмечать свой 35-й день рождения? А никого из своих зрителей не зовёшь? Опять нажришься как скотина и будешь срать как обезьяна неделю нон-стоп. А ничего, что у меня 13 сентября операция. У меня операция серьезная будет, я еще хуй знаю, выживу, не выживу. Там еще неделя отходняка будет после операции. Стоять, блядь. Тебе, сука, бесплатно дают, блядь, а мне не дают. Поэтому я тоже хочу покататься. Поток идет. Боже, блять. Блять, убили нахуй. Сука, да заебало! Ой, боже, как же меня это все напрягает уже. Это какое-то кощунство над моим профессиональным скиллом в игровом мире. Yeah.
А ты, парнишка, не раби. Да мне по... What the fuck? Угу. Чё с лицами, родные? Get that fool! Блядь, мусорок пришёл. Угу, теперь можно въебывать. Боже, старый, а вот скажи, как людям смотреть тебя, если у них не работает питар? Вопрос такой, как смотреть киберспорт пожилой анаконды, если не работает питур? Ну ты совсем охуел. А подразнил нас Ричи и бросил. Ты уебак, ты хуй, ты тупая, блядь, свинья! У меня 8 грамм. Что ты, блядь, меня? Не знаю, заебала ты хуйня! Видать, кредитов понабирал, бедняга. Вы, блядь, когда себя вести будете нормально? Вы когда себя будете вести нормально, блядь? Я спрашиваю. И когда вы будете себя вести по-человечески? Когда вы тоже людьми станете, а? Сколько, сука, можно издеваться на пожилым человеком? Вы, сука, а? Козлина, доживешь до моих лет, уебище, посмотрю на тебя. Выпрыгают, горит техника, ебать, блядь. Ой, боже, блядь, чё ж негры такие все интересные, а? Руслан, га-га-га, смешно. Да. Да-да, смешно очень. Дед, ты в Германию переехал, чтобы паток на Ютубе запустить. Вот это настоящий мужской поступок. Как твое здоровье, родное. У меня и в России прекрасно Ютуб работает. Нажатием одной кнопки все заработало. Пацаны, я приехал на базу. Everyone takes these pills. It looks worse than it is. You! Okay, I learned it from watching you. Как дела у тебя, а? Как у тебя? Нормально у тебя как? Как у тебя в школе? Как у тебя дела в школе? Как дела твои, как настроение? Нормально все. У тебя как дела? Как дела в школе? Как дела везде? Как дела у меня? У тебя как дела? У меня нормально. Это официально озвучка. Как настроение? Как в школе дела? Как подготовка к школе? Как вообще в целом дела? Как у тебя? Лё, это я, сука. Лё, это я, видите? Смотрю на меня, мой алкоголь. Hell yeah, sir. Вон я смотрю. Шмейшенку. Привет, как у тебя настроение сегодня? Привет, как дела? Все. Да. Man, I know this cat. He a punk used to run with a boy you all know. По-моему, номер. Теперь мы никогда не узнаем, как у него дела. Как настроение, как в школе, если честно. Нормально у него дела, я думаю. Ты точно так думаешь? Я не уверен, но, по-моему, на. Эй, grab hold of that bat over there. Насрал. Пора цены снижать, мамонты не ведутся. Ничего страшного. Да, сначала целишься, потом стреляешь. Не так. Целишься. Вот. Потом стреляешь. Целишься. Стреляешь. Сначала целишься опять. Целишься. Потом убеждаешься, что на цели навел. И нет, стреляешь. Целишься. Стреляешь. Целишься. Стреляй. Стреляй. Давай Элдин или Сим-Сиду. Все, да, приехали, блядь. Ой, боже, как же ты ебешь, родной. Боже, жопа болит. Сейчас я, блядь, сяду в аппарат, блядь.
как аппарат оседлать. Опа, все. Бля, закрыто. Ты че сигналишь, дура? Челомет. Элден Ринг. Не знаю, я не хочу в Элден Ринг сейчас играть. Я уже так достаточно сегодня постримил.